Сегодня в Чехии продолжается праздник в честь дня рождения короля Карла IV, 700-летия со дня его рождения. Торжественные мероприятия на всех основных площадках города. И мы будем гулять и показывать вам, как проходит праздник в Карловых Варах. Ну и конечно же, сегодня мы поздравляем вас с Днем Победы. Ура, товарищи! Ура! Карловы Вары готовятся к курортному сезону. Здесь начинают сооружать скульптуру из песка. Праздничное выступление концерта в честь открытия сезона источника. Людей в парке прибавилось значительно, как и в принципе в городе тоже. Все центральные улицы переполнены, не протолкнуться. Вот здесь делают чипсы прямо на наших глазах из картошки. Вот ее винтят, вставляют готовую картофелину и начинают нарезать на чипсы. Дальше жарится, да, все это на фритюре. Прямо на наших глазах. Это знаменитый чешский деликатес. Называется он тордельник. Раньше этот деликатес продавался только в Праге. Но с недавних пор его можно отведать и в Карловых Варах. Сейчас мы его попробуем. Сладкая булочка, посыпанная сахаром и миндалем. Вот это одна порция, стоит 2,5 евро. Принарядились. Выходим на прогулку, на променад. Главный гейзер закрыт, но зато... А вот там он лупит фонтан, и сейчас мы к нему подойдем. Ну вот, этот источник, можно сказать, заменяет главный фонтан в городе. Но пока временно, пока тот идет на реконструкцию. Ну нормально так лупит. Метров на 8.
красотища. Но тут фонтаны бьют, можно сказать, везде, даже из речки. В отеле «Элефант», который находится за моей спиной, в прошлом веке любил собираться весь бомон. А это прекрасное архитектурное сооружение – здание городского театра. А вот это и есть тот самый Бродвей, на котором люди любят прогуливаться и шопиться. И чем ближе к отелю «Пуп», тем цены в магазинах дороже. Ну вот, подошли к отелю «Пуп». Здесь пафосняк-перепафосняк. Но это только снаружи. Потому что по отзывам по TripAdvisor внутри уже не так все хорошо, как было раньше, в былые времена. Поэтому дядя Толя Питерский поселился в другом отеле, в отеле «Президент». Но по большому счету на вкус и цвет товарищей нет, поэтому многие выбирают этот отель только из-за имени. Карловы Вары просто утопают в зелени, а сейчас в мае, когда распустились все цветы, здесь просто сумасшедший аромат. Мы находимся чуть левее рыночной колоннады, около чумного столба. Это единственный чумной столб в Европе, на котором лики святых улыбаются. Улыбаются они не просто так, а потому что это единственный город в Европе, который миновала чума. За моей спиной находится англиканский костел Святого Лукаса, здание из красного кирпича. Сейчас костел не действующий, в нем находится музей восковых фигур. Приближаемся к церкви святого Петра и Павла, идем по улице, и, честно говоря, глаз очень радует местная архитектура. Дома очень красивые, один красивее другого. Проходим мимо консульства Российской Федерации. Очень красивое здание, которое видно издалека, и причем здесь еще и развивается российский флаг, поэтому пройти мимо и не узнать невозможно. Подошли к православному собору Петра и Павла.
заходим в местный итальянский ресторанчик. Вода, пиво, лимонад, это с чем? Так, ну здесь гораздо гостеприимнее нас встречают. Это нам уже нравится. Кстати, это чистокровный итальянский ресторан. Потому что один итальянский ресторан мы уже затестировали, который на первом месте по TripAdvisor, это Палермо. Нам там очень понравилось. Сейчас посмотрим, что будет здесь, господа. Здесь блюдо готовится, можно сказать, прямо на наших глазах. И это очень здорово. В ожидании пищи. И напитков. И напитков. Ну вот, закуска подоспела. Так. Я так понимаю, ждем лимончеллу. Итак, чин-чин. Под эксклюзивные закуски. Да, кстати, вот эта вот закуска называется цепия. Ее ингредиенты поставляются прямо из Италии. Поэтому в местных ресторанах вы этого не встретите, а только в настоящих итальянских. Пиццу. Ах, сейчас будем пробовать. Кусочек. Ить. Отрываем. Ай-ай-ай. Ох, прям разлетается. Ну все, приятного всем аппетита. Едим очень пиццу руками, как едят итальянцы. Очень вкусная пицца. Очень вкусная. Прям нет слов, одни буквы. Принесли креветки. И пасту. Спасибо. Ну, чувствую, сегодня я лопну. Вот и мне подоспела еда. Ну, это просто капец. Как я все это в себя затолкаю? Ну, могу сказать, все очень вкусно. Очень вкусно. Я все попробовал. Вот все это попробовал. Понадкусывал. Хочется запихать в себя все, конечно. Но этого не получится сделать, потому что у меня... Не как у коровы, 4 желудка. Я могу сказать, что ну, действительно настолько вкусно, что я не могу это передать. Все вкусно. Вот, ну, все, что не пробовал, все мне очень понравилось. Паста божественная. В общем, я рекомендую всем сюда приходить. Здесь не так сильно дорого. Здесь, если вы можете обратить внимание, всего лишь 4 столика. Толп туристов, которые постоянно друг другу мешают, здесь нет. А официантов, которые очень запаренные, тяжелые работы, обслуживая всех туристов, вот эти толпы, тоже нет. Которые недовольны, можно сказать, вам. Здесь все по-домашнему. Нас встретили с улыбкой, с распростертыми объятиями, посадили за стол. Все было ну, так, как и должно быть в нормальных, правильных ресторанах. Нам очень здесь нравится. Всем рекомендую сюда приходить. Ресторан этот находится вот по этому адресу. Все сюда, господа, все сюда. Ну вот и подошло наше путешествие к концу по Карловым Варам. Я надеюсь, что вам было интересно. На этом наше путешествие не заканчивается. Дальше будет много интересных мест и Санкт-Петербург, и его пригороды. А дальше нас ждет Европа, Италия, так что подписывайтесь. Будет интересно. Лайкайте, подписывайтесь. До новых встреч, господа. Пока.